В области функционирует 8 центров социального обслуживания стационарного типа. В них проживают и получают комплекс специальных социальных услуг 1637 граждан. В период карантина во всех ЦСО приняты следующие меры. Ограниченные перемещения и посещения получателей услуг, введен усиленный дезинфекционный режим и соблюдение гигиенических мер. В структурных подразделениях установлены санитайзеры для обработки рук, оборудованы санитарные зоны. Учреждения обеспечены масками, одноразовыми перчатками, антисептиком. Имеется постоянный неснижаемый запас защитных средств и лекарственных препаратов. Проводятся оздоровительные мероприятия, такие как витаминизация готовых блюд, усилен режим питания. Меню составляется с учетом сезонности. Применяются меры нетрадиционной медицины с использованием настоев трав, чай на основе ягод, имбиря, лимона и других растительных продуктов. Всем получателям услуг назначен комплекс витаминов и минералов.